Добрый вечер. Ну вот, есть такая противоречивая информация, что якобы вооруженные силы Украины устроили то ли окружение, то ли там котел для российской, большой группировки российских войск, 1000 или 2. Но пока генеральный штаб эту информацию не подтверждает. Как вы считаете, насколько возможно, что это дезинформация, или, может, генштаб просто не хочет публиковать эти данные? Ну, насколько это можно судить со стороны, как минимум, по открытым источникам, тут возможно просто некоторое преувеличение в СМИ. Видимо, окружения как такового нет. Возможно, полуокружение с трех сторон, в принципе, коридор для выхода еще есть, но он контролируется огнем БСУ и так далее. Пока, в принципе, мы еще не видели действительно таких случаев в этой войне. Понятно, что теоретически всегда есть первый раз, но разве генштаб не подтверждает? Возможно, у него есть для этого основания, этого не подтверждения. Пока, как минимум, по открытым источникам, как я сказал, нет информации, что там действительно окружение. И вся эта история, которая, понятно, разошлась по телеграм-каналам и так далее, вполне возможно, это преувеличение. Ну, обычно, когда идет война, например, в Израиле, когда идут боевые действия против террористических группировок Хамас или Хизбалла в соседнем Ливане, какой информационной стратегии обычно придерживается генеральный штаб? То есть надо ли делиться с гражданами тем, что происходит? В целом, с гражданами не делятся тем, что на данный момент это еще является военной тайной, в том плане, что если, допустим, военные действия ведутся в каком-то конкретном районе, то о том, что там происходит конкретно, говорить. Понятно, что в целом картина войны стараются освещать насколько можно объективно, но конкретная оперативная информация из каждого конкретного района, во-первых, перепроверяется, во-вторых, даже если это сообщается, это не обязательно сообщать то, что называется в прямом эфире, задержка несколько часов, в принципе, никому еще не повредило. То есть здесь, с одной стороны, здесь, как всегда, в принципе, должен быть баланс между тем, что называется правом общества знать, и понятными оперативными соображениями о нераскрывании нахождения своих войск и так далее. В принципе, это вопрос окружения, касается не только того, что жили российские войска, из этого напрямую следует и конкретно нахождение украинских подразделений. Ну, где находится конкретно подразделение, где, в каком состоянии находится подразделение, насколько я помню, это называется военная цензура, то есть целое учреждение в Израиле, которое публикует, разрешает публикации, либо не разрешает какие-то данные, ну и, соответственно, с каким-то сроком действия, правильно? Военная цензура в ходе активной фазы военного конфликта, разумеется, они действуют более оперативно и следят за конкретными сообщениями с мест боев. Но, в принципе, если бы это была воля конкретно военных репортеров, многие из них, возможно, в своем энтузиазме сообщали бы, вели бы прямой репортаж, сообщали бы вообще все. А то есть военная цензура, чтобы через нее все проходило, и поэтому часто бывает, что они говорят, конкретно этого говорить можно, а конкретно вот эту информацию, допустим, мы разрешаем через час, или это мы разрешаем на следующий день, или это мы разрешаем после того, как будет известно, есть ли убитые, раненые и так далее. Все, в принципе, индивидуально и зависит от каждой конкретной ситуации на поле боя. Ну, давайте от информационной политики перейдем к вопросу вооружений. Вот появилась информация, что Джейк Салливан, это советник президента США по национальной безопасности, заявил, что Соединенные Штаты не готовы предоставить Украине дальнобойные ракеты для ракетных систем «Хаймарс». Ну, это те ракеты, которые бьют на расстоянии до 300 километров. Скажите, о чем это говорит в первую очередь? И, во-вторых, как эта новость изменит расстановку сил между Россией и Украиной? Ну, во-первых, если действительно ракеты от АКМС все еще не будут поставляться, понятно, что украинские надежды на расширение
огневых возможностей до 300 километров пока не осуществляются. Если это действительно так, то причиной для США, в принципе, может быть то же самое, что до сих пор в сдерживании поставок вооружений. То есть по-прежнему, что называется, нежелание. Понятно, что на Украине давно про это не хотят слышать, про это вооружение, но, тем не менее, это пока практически единственная причина. Дополнительно можно сказать, что тех же ракет атак МС, в принципе, в США их не так много. Как минимум пару десятков хотя бы для демонстрации при желании могли бы поставить Украине. Но главная причина именно в том, что, несмотря ни на что, видимо, американская администрация все еще хотя бы частично придерживается принципа недопущения эскалации, недопущения каких-то новых средств вооружения. То же самое по самолетам и так далее. Несмотря на предупреждение таких пока не и по платформам, и новым системам вооружения, дальше разговоров пока не пошло. Ну вот если говорить о авиации, есть, например, еще пример беспилотной авиации, дрон Grey Eagle MQ-1C. Как стало известно изданию Wall Street Journal, также администрация США не собирается передавать их Украине пока что, потому что опасается, что дрон и его технологии могут попасть в руки России, но очень надеялись украинцы тоже на поставки дополнительных беспилотников. Но что это значит? То есть, если боятся, что этот дрон уведут, собьют, или как это, почему это такой болезненный вопрос для США? В принципе, есть подобный пример с Ираном, который захватил несколько американские беспилотники, и на их основе даже создал свои собственные беспилотники дальнего действия. То есть, если это действительно одна из причин поставки, а не просто озвученные причины, на самом деле реальные причины другие, то, в принципе, это вполне можно оценить как довольно существенную причину, в отличие, допустим, от гаубицы, которая, в принципе, вещь довольно известная. Каких особых там военных секретов для России не будет, даже если ее захватят. Но конкретно продвинутые беспилотники вполне могут иметь интерес как для России, так и для того же Ирана. Как мы знаем, сейчас именно сильно муссируется тема военного сотрудничества России и Ирана именно на тему беспилотников. Поэтому любая попавшая технология этого направления и в Россию, и в Иран, это было бы нежелательно, разумеется, Соединенных Штатов. Ну вот как раз говоря об этих иранских беспилотниках, о которых вы только что упомянули, вот стало известно, что военно-воздушные силы Израиля накануне нанесли ракетный удар по военным позициям в Сирии, в том числе по заводу в Дамаске, где собирались эти иранские беспилотники. Скажите, что вам об этом известно? И это, как вы думаете, это специально было, этот удар был нанесен именно по этому заводу? Потому что мы помним, что были сообщения о возможных поставках иранских беспилотников в Россию. Ну, в принципе, тут понятно, что на фоне войны в Украине даже многие израильские удары Сирии рассматривают именно в этом разрезе, насколько это может быть связано с Украиной. На самом деле, как известно, Израиль проводит авиационно-ракетные удары по иранским объектам в Сирии уже около 10 лет. И, в принципе, это причины для ударов. Собственно, Иран связи именно с этим российско-иранским каналом сотрудничества и так далее. Иран, в том числе и в области беспилотников, постоянно вооружает как сирийскую армию, так и свои собственные проиранские разделения и милиции на территории Сирии. Также они поставляются Хизбалле в Иран. Поэтому, в принципе, те же объекты, содержащие иранские беспилотники на территории Сирии, давно уже являются целями банки целей израильской авиации. Это делалось еще до начала войны в Украине. Поэтому я бы не стал связывать одно с другим. Но если даже связывать, это, в принципе, может быть как общая сумма. Если там действительно уничтожено
какое-то число иранских беспилотников, но Иран, разумеется, захочет их как-то возместить на территории Сирии, и, возможно, теоретически это как-то уменьшит возможное количество, которое он мог поставить в Россию, но не более. Это, в любом случае, это не то, что как проходило почему-то по тем же некоторым телеграм-каналам, что чуть ли Израиль не специально нанес этот удар, чтобы эти беспилотники не были поставлены на украинский фронт и так далее. Разумеется, Израиль ведет удары по своим собственным причинам, по своим собственным оперативным целям. Спасибо большое, Давид Гендельман, военный эксперт из Израиля, был с нами на связи.